побеждает любовь, побеждает добро. Приключения ждут, мы команда одна. Как же нам повезло, мы не страшные враги. Дело лето, но вперед, друзья. Школа научит нас секретам, мы одна семья. Между добром и злом мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждет? Смотри, новый серий. Дуэль и соблазн. У каждого есть своя история. Прошлое, состоящее из городов, домов, комнат, в которых мы оставили свой след. В нашем прошлом есть и люди. Семья, друзья, враги. Наше прошлое определяет настоящее. Ну что, Раф, ты хочешь узнать правду о твоих настоящих родителях? Поэтому все должны знать свою историю. Хорошо. Но я должна предупредить, это будет грустная история. Я готова. Отлично, ну давай зайдем в дом, скоро стемнеет. Заходи, Раф. Присядь. Ты мне до сих пор не доверяешь? Это слишком тяжело. Я понимаю, но я уверяю тебя, это кресло очень удобное. А когда ты услышишь мой рассказ, ты пожалеешь, что не сидишь. Тебе холодно? Немного. Малаки? Да, моя миледи. Пожалуйста, разведи костер пожарче для нашей гости. Чего ты ждешь? Это мой слуга. Это твой бывший подопечный, человек, которого ты любила? Я вижу, ты знакома с моей историей. Аркан и Темтель рассказали нам все. Ты все еще доверяешь этим учителям, но неважно. Мы здесь, чтобы говорить о тебе, а не обо мне. Так? Итак, ты знаешь, что ты была рождена смертной. Доказательства у тебя у основания шеи. Я не понимаю, как это могло произойти. Это был несчастный случай. Твои родители погибли в трагическом несчастном случае. Кто они были? Двое очень влиятельных смертных, король и королева огромной империи. Они повелевали судьбами миллионов людей. Из-за этого и ангелы, и демоны как могли боролись за право оказывать на них влияние. Они были в ответе за то, что ты стала сиротой. Они виноваты в этом. Запомни, Раф. Но ты сказала, что мои родители погибли в несчастном случае. Причем здесь ангелы и демоны? Ангелы и демоны повинны в том, что несчастный случай произошел. Как? Это произошло во время состязания. Схватка между ангелами и демонами была так жестока, что они, не замечая того, начали бороться среди смертных. Твои отец и мать стали случайными жертвами той схватки, и никто не мог ничего поделать. Они стали жертвами состязания между ангелами и демонами? К сожалению, такое часто происходит. Вечная борьба добра и зла всегда сопровождалась невинными жертвами. Ну хорошо, а почему я тогда теперь ангел? Высокие сферы решили удочерить тебя, чтобы хоть как-то сгладить свою вину перед твоей семьей. Откуда мне знать, что это правда? Ты хочешь доказательств? Я хочу быть во всем уверена. Ты бы хотела их увидеть? Что? Это простой вопрос, Раф. Ты бы хотела их увидеть? Но они мертвы. Это верно, но их изображение до сих пор здесь. Ты хочешь сказать, у тебя есть их фотографии? Не фотографии, а портреты. Но они не в этом доме. Они висят в твоей школе. Где? А ты как думаешь? Конечно же, в комнате портретов. Единственное, что тебе надо сделать, чтобы их увидеть, это войти в комнату. Я уверена, ты узнаешь их среди других. Но мне нельзя. Нам всегда говорили, что не сдавшие экзамен не имеют права входить в комнату портретов. Тогда забудь об этом. Да и кому интересны дела минувших дней? Но я хочу их увидеть. Должен же быть другой способ. Мне жаль, Раф, но другого способа нет. Если ты хочешь увидеть лица твоих родителей, ты должна войти в комнату портретов. Раф? Где ты была? Тебе какая разница? Ты целый день провела одна, до сих пор злишься? А ты сегодня только всего полезного сделала, да? Это демоны виноваты.
Они затащили нас на очередное состязание. Как всегда, вечные демоны против ангелов. Ты про что? Ничего, забудь. Послушай, Раф, мы все тебя поддерживаем, хорошо? О, спасибо. Так ты закончила то, что ты делала? Я не хочу тебя отвлекать. Да, я просто хотела немного проветриться. Тебе лучше пойти спать, ты выглядишь такой усталой. Мне жаль, Раф, но другого способа нет. Если хочешь увидеть родителей, войди в комнату портретов. За этой дверью портреты моих родителей. За этой дверью должно быть что-то очень важное. Рейна запретила мне ее открывать. Но мне так хочется войти туда. Что же я делаю? Я не могу ослушаться мою Рейну. Я схожу с ума. Мне кажется, это из-за Раф. Я чувствую себя виноватым. Она так странно на меня посмотрела. Хватит. Надо забыть обо всей этой истории. Единственное, в чем я уверена, это что мне не попасть сюда без помощи демона. Но мне лучше пойти обратно в кровать, иначе я завтра буду засыпать на ходу. Я напоминаю вам о ваших обязанностях по отношению к вашим подопечным. А ты, Микки, берись за работу. И снова у меня новая работа. Я не понимаю, зачем Аркан дал тебе Хелен и Джулию? Все просто. Раньше они были у Раф, но теперь она снова присматривает за Эндрю. Вот и все. Опять у меня столько работы. Я догадываюсь, чем это связано. Аркан перенес мой финальный экзамен на этот год и теперь тестирует меня по полной программе. Успокойся, Микки. Раф хорошо знает близнецов. Она тебе поможет. Я в этом не уверена. Она все еще на нас сердится? Нет, мы вчера вечером все разрешили. Раф? Снова думаешь о чем-то ужасном? Нет. Что-то не так? Я просто устала. Ой, не говори! Я бы могла весь день проспать. Ты же и так это всегда делаешь. Аркан дал мне Джулию и Хелен. Я беспокоюсь о них. Очень. Не волнуйся, они хорошие девочки. Ну, что скажете? Ты хочешь увидеться с нами? Ну, не то чтобы увидеться, скорее просто пойти повеселиться вместе. Вы как? Он приглашает нас на свидание. Да? Что в этом такого? Я не думала, что этот день когда-нибудь наступит. Я так этого ждала. Ну так вы как? Конечно. Особенно если мне удастся отделаться от сестры. С удовольствием. Особенно если мы будем вдвоем. О, отлично. Я вам позвоню. Надо придумать, как бы отказаться с Мэтью наедине. Надо придумать, как бы отделаться от Хелен. Посмотрим, какие они хорошие. Удивительно, что было достаточно такой малости, чтобы натравить их друг на друга. Да, но сразу видно, что они им обе нравятся. Я это давно знала, но я не ожидала, что у него хватит мужества им об этом сказать. А я знал, что так будет. Я же знаю женщин. Газ, у всех женщин, которых ты знаешь, есть рожки. Знаете, уж лучше рожки, чем эти дурацкие нимбы, как у вас. Она права, ваши головные уборы вас совсем не украшают. Да у вас такие модные наряды, что вам все бабушки завидуют. Так, прекратите ругаться, дело касается только Микки и Гаса. Хоть раз ты сказал что-то умное. Я сделаю все, чтобы Джулия и Хелен вели себя достойно на свидании с Мэтью. Вот так. Ты про меня забыла? Я их доведу до того, что они будут готовы всего лишь остаться с Мэтью наедине. Так чего вы ждете? Начинайте состязание. Очередное состязание. Давай, давай, давай. Ура! Прямое попадание. Я выбрала хорошее состязание, да, Газ? Тебе просто повезло. А теперь выступает мистер Мастерство. Газ, я сейчас лопну от смеха. Ты и Мастерство? О, какая же ты остроумная. Смотри и учись. Вперед! Точно будут 10 из 10. Ты немного поторопился. Вот не повезло. Но ничего, у меня еще один шар. Мечтай дальше. Тебе ни за что не выбить 7 из 10 одним шаром. Смотри и удивляйся. Бургер-крылья!
Вуаля! Эй, ты жульничал? Я так не думаю. Но теперь у нас ничья. Ну и что с того? Еще одно состязание, и я выбираю. Победитель тот, кто ударит сильнее. Какой ты джентльмен? Думаешь, у девочек и мальчиков одинаковые силы? Прости, не вижу тут девочек. Ты толстый дурак. Отойди, а то мало ли что. Геракл. Я даже не старался. Хорошо, теперь моя очередь. Если хочешь, можешь просто пропустить ход. Да нет, спасибо. Геракл. Это не считается. Ты должна ударить кулаком. И где это написано? У нас все равно ничья. Ну хорошо. Сейчас ты у меня попляшешь. Если бы взглядом можно было испугать, я бы боялась. Что, больно? Самое время тебе сесть на диету. Хватит болтать. Ты будешь драться? Думаешь, я испугалась? Что это такое? Замолчите оба. Ваши состязания абсолютно бессмысленны. Почему? Близнецы заболели. Они никуда не пойдут. Нет никакой необходимости в состязаниях. Понятно? Вы были настолько заняты вашими дрязгами, что перестали обращать внимание на подопечных. Ты права. Мы должны помогать им, а не заниматься ерундой. Раф, подожди. Раф! Я была рождена смертной, и с каждым днем я чувствую это больше и больше. Я решила пробраться в комнату портретов. Я хочу увидеть лица моих родителей. Хочу! Очень скоро твой портрет будет не единственным на моей стене. Скоро все человечество будет в моей власти. Ха-ха-ха-ха-ха!